вы здесь, это значит, что вы одни из самых лучших в мире IT. И иногда мы просто забываем, потому что вы все много раз были. Но давай просто даем себе аплодисменты, какие вы хорошие. Для меня очень приятно в последнее время смотреть ваши результаты. Потому что после нескольких лет, когда мы только сюда пришли для того, чтобы поговорить, плакать вместе, мы сейчас не пришли сюда для того, чтобы плакать, но для того, чтобы поздравлять вас. Результаты Украины сейчас поднимаются, великолепные результаты. Может быть, она даже видна здесь. Да. И это, конечно, не на тот уровень, где мы знаем, мы должны быть. Мы, по крайней мере, мы видим сейчас лучше и лучше результаты. Куда будем? Куда мы будем? И так и будем, да, продолжим. Я должна была это сказать. Извинись. Но на самом деле все равно важно, чтобы мы помним, где мы были и где мы не хотели были быть. Это тоже важно. И где мы были, где мы не хотели быть. Это где Alifem была просто компания, которая предлагает косметику по очень дешевым ценам. И мы предлагали бизнес тем, которые у них других выходов нет. Нам надо поднимать план, потому что мы знаем, что это невозможно в будущем так работать, если наш бизнес-модель будет выгодна и вам, и компании. Поэтому, конечно, мы выбрали путь, который непростой. Мы действительно пойдем по другим путем, чем раньше. И это важно, есть несколько элементов, которые очень важны. Первое, которое мы видим сейчас, если мы хотим быть успешными в будущем, это должно быть стоить консультантом в компании Alifem. И когда мы предлагаем наш бизнес, нам надо предлагать бизнес, который действительно дает людям награждение, финансовые возможности, которые дают им чувство, что это стоит быть здесь. Для кого это должно быть стоить? Но это важно, что мы воспитываем лидеры, потому что лидер управляет людей, лидер обучает людей, лидер мотивирует людей. И поэтому мы ищем тех, которые есть, у них есть другие возможности. У них есть возможность сравнять наши доходы с другими доходами. У них есть выбор. Все равно для них мы должны быть в первом месте с вами. Это очень важно. И поэтому мы вставали в сердце, что преподаватель хороший. Если у нее есть желание дополнительные доходы, она должна думать о компании Alifem. Когда она будет об этом думать? Но мы думаем, что для того, чтобы она начала делать наш бизнес, она должна чувствовать, что в ближайшие полтора года после она здесь начала. Когда она более-менее серьезно занимается этим, не полные ставки, но как вечером, выходные. Через полтора года, два года она должна быть, иметь возможность видеть доходы, похожие те доходы, которые у нее есть, как преподаватель. Тогда это серьезный бизнес. Тогда у нее есть возможность сказать мужу, знакомым, родителям, детям, что это стоит здесь быть. Это стоит быть во вторник вечером на встрече Alifem, или в субботах, или в воскресенье. Потому что все должны быть чувствовать, что они делали такой выбор, как Alifem, это для, не только для нее, это для семьи. Это первое. Поэтому, когда мы предлагаем людей, давай предлагаем людей, которые могут быть лидерами, и давай предлагаем им на бизнес, который стоит для них быть. Это первое. Вторая часть этого стратегии, скажем так, это, конечно, так, что мы знаем, что интернетовский бизнес развивается, и развивается хорошо и быстро. И поэтому потребитель, настоящий сейчас, у него есть очень много
они легко получают товары домой, и не очень много. И поэтому мы знаем, что для них, которые ищут самые дешевые продукты, это легче для них просто пойти и покупать в интернете. Без консультантов, без магазинов, просто самые дешевые продукты. Как мы можем тогда быть в этой ситуации? Но мы тоже знаем, что есть несколько продуктов, которые мы не покупаем, потому что они дешевые. Мы покупаем, потому что мы хотим эффект. Особенно средства по уходу за кожей. Мы не покупаем самые дешевые, потому что мы хотим дешевая кожа. Мы покупаем хорошие средства для того, чтобы чувствовать себя хорошим и красивым. Естественно, это нелегко, потому что мы знаем. Даже вы здесь, в этом зале, я знаю, что вы не знаете, какой крем купить, если вы просто трогаете крем сам. Это просто невозможно. Даже Алем Абок, который был у нас, ну, как на свете сегодня, он тоже не может это определить. Но факты, обучение, это дает потребителям дополнительные знания, о какой продукт выбрать. И здесь есть причина поговорить с консультантом. Поговорить по интернету или поговорить, ну, как в живом форме, это не важно. Но наши консультанты должны добавлять что-то для потребителей, для того, чтобы это было, ну как, выгодно потребителям. И поэтому мы говорим сейчас, что хорошо продать и гель для душа, или шампунь, или так далее. Но наш фокус должен быть на те продукты, которые дают потребителям помощь от консультанта. И наш фокус должен быть на те продукты, которые дают консультантам хорошие доходы. Это средства ухода за кожей. Это wellness, это ароматы, это декоративную косметику. Вот эти четыре категории, у них есть вот этот разные критерии для того, чтобы мы стали успешными. Значит, второй. Первый. Нам надо пригласить лидеров, это должно быть стоить здесь быть для них. Нам надо добавлять что-то для потребителя, что их выбор, какие продукты они будут, ну, как, выбирать, это мы им помогли. Третий. Это что? Да, реально, нам надо, конечно, переходить и понимать, что будущее – это вот те инструменты, пользоваться те новые современные технологии, которые есть. Потому что потребители, они будут, как вы сейчас, сидите с мобильными телефонами, с айпадами и так далее. И мы сейчас встречаемся в Сидне, но реально, будущее, я живу в, там, в Киеве, в Днепропетровске, мы общаемся. И вот это общение должно быть, как мы говорили, живой, да? И поэтому вот эти инструменты нам надо начинать пользоваться гораздо лучше, чем сейчас. Поэтому в этом году, который сейчас начинается, будет огромное вложение в Oriflame для того, чтобы принимать следующий шаг. Конечно, нам надо улучшить те условия, которые у нас уже есть, но мы тоже будем разработать новые возможности работы с мобильными телефонами, чтобы это стало более удобно и легко для консультантов и для потребителей. Мы знаем, что это не так хорошо, как это должно быть. Это не так легко для нас, потому что мы в 60 стран мира, и в каждой стране есть свои требования. Но это что мы реально хотим. И поэтому я чувствую себя комфортно, сказать вам, что мы сейчас пойдем по другим путем, но тот путь, который мы выбрали, гораздо лучше и гораздо долгострашнее, чем тот путь, где мы были раньше. Значит, мы хотим вернуться по оборотам, по прибылям и так далее, по доходам, но мы хотим выглядеть чуть по-другому, когда мы опять станем компания номер один в косметике в Украине. Это я обещаю. Наверное, очень много разговоров сегодня, которые о чем-то. И я не хочу убежать ваше время. Но есть вопросы у вас? Мам, отличная.